Женская сборная Казахстана по теннису обыграла соперниц из Японии в квалификационном матче к чемпионату мира. Соревнования проходят в Токио. Пара Анна Данилина и Жебек Куламбаева обыграли один из сильнейших дуэтов мирового рейтинга. Матч завершился со счетом 7-6, 3-6, 11-9. Вторую партию наши спортсменки уступили, поэтому решающей стала третья. Однако ранее три единочные игры наши спортсменки проиграли. Очень тяжелый эмоциональный был матч. Матчболы, два нереализованных, потом уже третий реализованный. Но очень рада, что получилось выиграть. Для меня это очень большая честь играть за сборную, тем более на таком этапе, на таком стадионе, где все болеют, все смотрят, каждый человек.